Не снижать бы и темпы ремонта омских дорог, учитывая, что губернатор Виктор Назаров решил предоставить Омску 200 миллионов рублей на ремонт дорог без конкурса. Но магистрали нуждаются не только в ремонте, но и в уборке. После зимы у бордюров ее скапливается очень много. И от песчаной смеси, которой посыпают дороги, и от грязи, которую развозят по проезжей части машины. Это нужно убирать. Чем сегодня и заняты городские службы? Их работу сегодня оценят жители Октябрьского округа. Днем убирают основную грязь, ночью подметают остатки. Уже вывезли больше 5000 тонн этой придорожной грязи. Бордюры и ограждения моют. Автомобиль этот всесезонный. Зимой чистит снег и посыпает дорогу, весной и летом используется для влажной уборки. Если высота ограждения более-менее высокая, значит, будем проходить 2-3 раза с полностью помывкой. В данный момент после помывки этого ограждения мы, значит, планируем все это согласно графика, будь производство работы, будь покраска этого всего ограждения. Значит, к праздникам 1 мая, 9 мая у нас запланированы все, значит, улицы, которые, значит, героям Великой Отечественной войны, погибшим во время, значит, защиты нашим землякам. Мы дополнительно сейчас только нацелены на то, чтобы убрать, значит, все эти улицы, сильно убрать их. Значит, ну и в принципе остальные улицы у нас тоже не остаются без внимания.